подходит такая красивая такая девушка на пляже, голая, и по пляжу идет пионер с барабаном. Та-та-да-да, та-та-да-да, та-та-да-та-та-та-та, та-та-да-та-та-та-та. Увидел, так и челюсть у него, бах, пионер, галстук, это пилоточка. И она так на него смотрит, смотрит, вокруг нет никого, говорит, мальчик. Раз так сиську вываливает. Мама. Нравится? Он. Она раз так ноги раздвигает. Он вообще слюни потекли. Хочешь? Он. Ну давай, только тихо. Он. Та-та-да-да. Та-та-да-да. Мужик с крайнего севера первый раз на курорт попал. Сразу на нудистский пляж. Глазеет, на него никто внимания не обращает. Он так 21 день ходил, путевка закончилась. Но беда в том, что глаза у него так увеличились, что они закрываются. Он едет домой, думает, что я жене скажу, почему у меня глаза не закрываются? Она его встречает, говорит, Коля, не делай такие глаза, я сама все расскажу. Слесарь в ЖЭКе работающий получил путевку на юг. А там, не знаю... От ЖЭКа. Своего, да. Как ни странно. Ну и все, жена его собрала, там дети, теща. Собрали его там кое-как, в поезд засунули, отправили на море. Ну и он приехал в море первый раз, увидел, он, у него там стрип-клуб, там на пляже бухал, проснулся, не загорел и ничего. Он смотрит в билет, у него обратный билет сегодня. Он как один день прожил. Но он вскакивает, начинает бегать, думает, надо что-то привезти домой, какой-то сувенир, там еще что-то. Последнее, там 30 копеек нашел, 30 рублей в кармане. Идет и вдоль моря смотрит, сидит мальчик и продает камушки, а на камушке крабик засушенный, заполированный, и написано там, ну, условно, Геленджик. И он говорит, слушай, парень, продай за 30 рублей. И он говорит такой, ну, конечно, пожалуйста, мне, говорит, так, там, на мороженое. Отдает ему этот камушек. И вот он идет, чтобы его не сломать, несет его там обратно в свой там пансионат и думает, у него и зреет история такая. Он думает, так, я ей говорю, что я все деньги потратил, что я занимался дайвингом, поймал крабика, приклеил его на камушек, засушил, приклеил. Вот везу домой порадовать жену. И вот он с этим крабиком, чтобы не сломать, идет, садится в автобус. Садится в автобус, рядом с ним садится пожилая женщина и спрашивает его. «Ой, милок, а что это у тебя?» «Ну, это вот я приехал в отпуск, занимался дайвингом, сам поймал крабика, засушил его, приклеил на камушек, написал Геленджик, везу домой, порадую жену». Она говорит, «Ну, слушай, молодец, ты, говорит, ну, он гордый, приосанился, все, выходит, заходит в аэропорт, у него на досмотре спрашивает, а это что у вас в руке?» Он говорит, «Ну, это знаете, это, говорит, у меня камушек». Я, говорит, занимался дайвингом здесь, вот, все деньги на это убил, поймал крабика, посадил его на камушек, приклеил, написал Геленджик, везу домой, порадую супругу. Ну, ему таможенник говорит, молодец, классный муж, давай, вперед, счастливого пути. Он проходит, у него билет на досмотре спрашивает, билет он достает, он говорит, ой, да, все, проходите, а что это, извините, у вас в руке? Он говорит, ну это я занимался дайвингом, нырял сам, достал крабика, посадил на камушек, написал на нем Геленджик, вот я везу домой порадовать супругу. Ой, ну все, конечно, проходите, пожалуйста, все. Он заходит в самолет, садится, стюардесса проходит, спрашивает, вам карамельку мятную, там, водичку, что-то желаете перед полетом? Он говорит, куда нет, спасибо, мне газету. Ой, а что это у вас? Ну это у меня, я занимался дайвингом здесь у вас в Геленджике. Поймал сам крабика, засушил, приклеил на камушек, написал Геленджик, везу домой супруге в подарок. А кто, ой, какой вы классный, сейчас я вам газету там все в лучшем виде сделал. Он сел, расслабился, снял там уже эти свои кроссовки, сидит, держит этого края, держит этот подарок. Сосед рядом сидит, косится. Говорит, слушай, я, говорит, вот мы летим уже, говорит, там полтора часа. Слушай, я, говорит, вот хочу все поинтересоваться, что за... Ну, ты держишь. Он говорит, да слушай, это, говорит, у меня камушек. Я занимался дайвингом. Поймал крабика, приклеил его сюда на камушек, написал Геленджик. Везу домой жене в подарок. Он говорит, ну слушай, красавчик, молодец, молодец, отлично. Выходит, все, получает багаж, садится в такси, едет в такси.
И таксист ему смотрит, говорит, слушай, с юга? Он говорит, да, говорит, с юга. Чего не загорел? Он говорит, да, погода не повезло. А что в руке? Да слушай, камень, я занимался дайвингом. Нырнул, поймал, засушил, приклеил. Везу домой, написал Геленджик, жене порадовать, в подарок. Он такой, ну ладно, окей, молодец. Проходит, идет, подходит к подъезду, сидят бабки около подъезда. И такие приходят, о, Коленька вернулся, наконец-то, у меня унитаз течет, там кран свой, а что у тебя в руке? Он такой, ну, вы понимаете, я был в Геленджике, я занимался там дайвингом, я поймал этого крабика, я посадил его на камушек, приклеил, написал Геленджик, я везу его домой порадовать свою жену, Люську. Они такие, ну все, молодец, думали, отдохнешь, а ты злобный, как собака, иди. Ну все, в лифт заходит, в лифте едет, открывается дверь, сосед стоит на лестнице, курит, говорит, Колямба, вернулся, родной, здорово, здорово, что как, руку тянет жать, у него этот, в одной сумка, в другой камушек, он, что это у тебя такое? Камушек, я занимался дайвингом, я нырнул, поймал, засушил, приклеил, Люське привез. Тот, думаю, ну, плечами пожал, думает, психованный приехал. Звонит звонок, жена открывает дверь, вся на марафечной, в бегудях, блин, с пирогом там, с каким-то рыбным, не знаю. Встречает, вот кого, о, Коленька приехал, родной, здравствуй. Что это у тебя? Да мандавошка! Ну вот...